северо-западном районе Чебоксар откроется новый многофункциональный центр. Средства на это выделят из республиканского и городского бюджетов. Под МФЦ переоборудуют здание по адресу улица Эльгера, 18. Сейчас площади там частично пустуют. Дополнительные средства на ремонт появились после того, как бюджетные учреждения вернули в городскую казну непотраченные за прошлый год субсидии. Речь идет о сумме в 12 миллионов. В целом реконструкция обойдется почти в 27 миллионов рублей. Чебоксарское управление городского строительства уже объявило аукцион среди подрядчиков. Работы должны быть завершены в ноябре.